меня вопрос такой. 2 года назад, даже 2,5, случилось так, что мы потеряли ребенка. Ну, как потеряли, не пришлось, а вызывали искусственные роды из-за того, что у ребенка было нарушение, ну, патология. Вы не смогли бы его сохранить, можете не беспокоиться. Это невозможно было просто. Он бы не смог жить сам. Ничего не получилось, поэтому не надо раскаиваться, там что-то. Все так вот, как есть, так есть. Спасибо за ответ. И, ну, вот через, получается, а ты на ведерочко поставьте, Было обнаружен полип, эрозия и так далее, и в связи с этим, наверное, ну, получается, что не получается зачатие. Бег, йога, пост и семена. Все получится. Спасибо. То есть это не из-за того, что как бы, я не знаю, что делать? Это из-за того, что у вас там застой. У вас там застой, из-за этого застоя и получилась вот эта вот такая ситуация с ребенком. У него не хватало энергии для развития, понимаете? И само зачатие произошло тоже вяло, с трудом, понимаете? То есть это все указывает на то, что организм гиподинамичный, понимаете? В нем нет силы зачинать. И это касается 80% женщин. Перед тем, как зачинать детей, надо начать бегать, начать йогой заниматься, бассейн. И организм надо подготовить. Ну, по поводу статических упражнений, я молитву совершаю и сижу в позе бабочки. Да, все отлично. Теперь еще бег подключен. У меня очень сильно затекают ноги под коленями. Потому что надо соединять движение, да, со статикой. У вас статика, понимаете, у вас проблема в том, что у вас накопилось очень много токсинов в организме. Нужен пост, сначала пост и бег, а потом уже статика. Тогда будет нормально, потому что у вас организм, вы в статике пытаетесь его раскачать, а в нем не хватает движения, энергии. Поэтому все начинает болеть, страдать, и вам организм говорит, что это не ваша практика сейчас. Вот это вы даете. Ну вот это вот клуб «Лагос», видите, вот они вас заряжали шариками 2 дня. Подтверждение. Руслан старается делать. Заварились шариками, и теперь вы начали цветами заваривать. Обратная, так сказать, реакция.